Вы с ПДМа? Не, на маркет. Бля, я кто просто это? в палетке. А, бля. Бля, ёбаный твой рот. Алин. Алан, встань там в углу. Эти метки. Кто стреляет, Тед? Там наш хуярит. А Алан всех убивает, блядь, ёбаный в рот. А вот, угораешь, я на крыше стою. Зай, кого я убиваю, ты прикалываешься? Вези меня, олень, мою страну, оленью. Я на крыше лежу, я никого не стреляю даже. Его нахуй. Он медиком, он по медику стреляет. Он по медику выстрелил, медик уехал. Не-не-не. Стой, а пауха, ты на крыше? Ой, кто-то по радио сказал что-то. Кто-то что-то говорил по радио. Это этот по мегафону медик. А? Даже тупые, сука, первые ранги, блядь, не понимают, что по медику уж по легенде. Пауха, а там они на крышах? Они на крышах? Да, там просто фибы выбили. Оставаться на своих местах! Фибы! Короче, мы их так просто оглушили, понял? Да-да-да-да. Фибы добивают нам. Давайте чуть позже зайдем в звонок и скажем, типа, меня там Алин убил какой-то. Ой, бля. Пауха, а у тебя на этой, на крыше кто-нибудь есть? Ну, я нет, я сову на крыше. Слава Биноевский, уволю вас, Биной. Хотя, возможно, меня спалили. Меня уволили из Биных. Слышь? А. Типа на дури кикнули. Нет, кикнули то Фантика. Фантика кикнули? Да. А меня скинули. Фантик, ебать ты лох. Ну что, мне кажется, вот это, ну никак не от этого. А вы там Алина Биной черный список случайно занесли. Бля, ну они тебя просто по статику забанили. Ну ладно, мне уже нечего терять. Так аж и гениальный шаблон. Да похуй, я просто Ильну расскажу. Я в Биново, я в Биново выхожу сзади. Причина, сука. И гениально. Я вынес кого-то Бинова в спину. Ален Биной пишет что-то. Тебе? О, хера, типа, а это я бегу, смотрите! Там Ален Биной скинул скрин. Куда? В этот, в семейный чат. Какого хера у тебя не такой же ник, как у меня? Это столько гениально просто. Я тут хожу, вот оружие чисто по приколу, блядь. Карабин. Мое лутни, мое лутни на крыше. На какой крыше, блядь? Ну вот крыша прям напротив барберки. Тут еще этот. Я меня прям около дороги. Данил. Тут такое сейчас было. А что там? Я, короче, притворился челом. Там чел еще в семейный чат скинул, типа. Короче. Ален, да? Ну я понял, да. Ален. Я им притворился, меня в нахер кикнули с фомы. Хорош. Ален просто с демкой сидит. Дискорда нет, потому что я поменял статик и все вообще поменял. Пойдешь? Да, да, вот это. Вот это там. Пойдешь со мной в семью. Да, я все равно в этажку толком не играю. Я чисто по руху захожу в нее. Да, мы заходим. Чтобы такой херней пострадать. Таблиточку. ПП нету. Блин, они, конечно, могли по обуви понять и по этой, и по волосам. Там вроде никто не догадался. Благодарю. Ну это гениально просто было. А, нет.